Наша компания на рынке с 2010-х годов. Мы занимаемся разработкой своей линейки устройств под брендом Z-Wave.me. Это вот, к примеру, наш контроллер. Недавно вышел новый контроллер Raspberry 7 Pro. Он на новом чипе Z-Wave 700 серии. Также у нас есть устройство, которое мы разрабатываем на основе плат Z-Tune. Это вот, например, привод перекрытия воды Гидролок. Вот он используется для системы защиты от протечек. И он напрямую управляется через Z-Wave контроллер. Мы дистрибьюторы Z-Wave в России. Основная наша линейка – это линейка оборудования Fibara, польский производитель. У Fibara недавно появилась линейка Fibara Valley. Это вот такие выключатели, мы их демонстрировали на выставке Hi-Tech Building. Они уже к Новому году планируются в продаже на российском рынке. Кроме Fibara у нас в дистрибьюции оборудование Hi-Tech, вот там на заднем стенде, Hi-Tech, Qbina, Vitrum, Danalog, умные замки. Вот тут у нас представлены. Сегодня расскажу про решение. И, ну, вначале так, про, в основном про Z-Wave. В мире продано более 100 миллионов устройств. Это термостаты, умное освещение, умные замки, различные датчики, которые используются для автоматизации, для создания сценариев, там, к примеру, датчики температуры, влажности, CO2, датчики дыма. Они все устройства совместимы между собой в одном интерфейсе, поскольку они работают на протоколе Z-Wave. Z-Wave – это международный стандарт, на нем выпускают свои устройства более 800 производителей. Вот. И как бы в США вообще более 20 миллионов квартир, можно сказать, используют свои устройства на Z-Wave. А в России мы популяризируем Z-Wave, участвуем в ежегодных выставках, таких как Hi-Tech Building, Interlight, MIPS, Securica. И также с нашей линейкой оборудования участвуем в международных выставках CES и Integrated Systems Europe в Амстердаме и другие вот, ежегодно. Так, ну что вообще такое умный дом? Умный дом – это система домашних устройств, способных выполнять различные действия без участия человека. То есть на основе показаний различных датчиков, к примеру, датчик углекислого газа. Если углекислый газ в помещении повышается, то автоматически включается приточно-вытяжная вентиляция. Вот. Разные датчики связываются с исполнительными устройствами, которые в нужное время включаются и упрощают вам жизнь. Так, ну, системы умного дома есть проводные и беспроводные. Вот их условно можно разделить на два типа. К проводным системам умного дома можно отнести KNX-систему, в которой тоже есть KNX-ассоциация. В ней достаточно много производителей, больше, чем в Z-Wave. Ну, основные – это Crestron, HDL. У HDL есть своя KNX-линейка устройств. Вот, они строятся на слаботочной электрике, то есть вам подойдет проводная система умного дома, если вы заложите на этапе ремонта, сделаете проект умного дома, и у вас будет каждому выключателю подведена шина KNX. Ну, или, например, шина HDL. Вот. Это не всегда удобно, потому что, ну,
не всегда есть возможность зайти на объект, на часть, на этапе стройки. Вот. Но, тем не менее, KNX это и проводные системы, они достаточно надежные. У KNX в ассоциации очень много производителей, такие как Гира, АББ, Юнг, Симон Электрик, HDL и всякие другие. У них есть свои преимущества и свои недостатки. Из преимуществ можно отметить, это устоявшаяся технология. KNX очень давно на рынке, в частности, на российском рынке. Много лет при проектировании на этапе стройки очень гибкие возможности, можно автоматизировать практически любую инженерную систему. И у протокола в целом большие перспективы на развитие, ежегодно появляются новые бренды, есть даже отечественный производитель KNX сейчас. Вот. Но KNX-система, она достаточно дорогая и по реализации, поскольку нужно много лишних кабелей протягивать, и в плане стоимости. Из преимуществ проводных систем еще можно, ну, что касается KNX, выделить нет зависимости от производителя. То есть так же, как в Z-Wave, вы можете выбрать там, одного из производителей KNX, который будет исполнительное устройство производить, а датчики и оконечные панели управления выберите другого производителя. Вот, у вас система всегда будет работать. И плюс система KNX, она децентрализованная. То есть у каждого устройства свои мозги внутри. Она надежная, она хорошо защищена. Очень сложно взломать систему KNX. И дизайн управляющих элементов достаточно много. Например, можно посмотреть в линейке выключателей Гира KNX. Там дизайн подойдет под любое интерьерное решение. Также, ну, KNX как производитель с мировым уровнем, и у них широкий ценовой диапазон. То есть можно выбрать бюджетную систему, которая будет где-то, там, может быть, в два раза дороже системы на Z-Wave беспроводной, а можно выбрать дорогую систему, которая будет там в десятки раз дороже. Из недостатков проводных систем можно отметить то, что, во-первых, специалисты, высокие требования к специалистам по автоматизации KNX, они должны проходить сертифицирующие курсы ежегодно. Из-за этого высокие цены к пусконаладке и к самому оборудованию в целом. Так, и закладка на стадии строительства. Так, по поводу вообще самой установки проводных систем. Можно отметить то, что проекты в проводных системах зачастую долгоиграющие. Реализация одного проекта может длиться там, от полугода до нескольких лет. За проект высокие цены есть у производителей демпинг на рынке. Проекты надежные, но статичные. И очень часто поставка оборудования KNX, Crestron, HDL, BTChina и других систем достаточно долгая, поскольку на складе производители редко хранят в большом количестве оборудования. Так, ну, как выглядит топология построения проводной системы? Так, сейчас. Так, ну, по недостаткам я вроде сказал. Самостоятельно систему проводную установить будет сложно, почти невозможно. То есть вам в любом случае придется обратиться к специалисту, в отличие от беспроводных систем. По топологии есть, значит, главный шлюз
IP шлюз, можно сказать. Так, сейчас хотел тут указку найти. Так, что-то. Так, ну ладно, пока без указки буду. Есть шлюз, есть актуаторы, которые устанавливаются в слаботочном щите. От всех актуаторов идет витая пара или КНX кабель к конечным панелям, к датчикам ко всем, к электроприводам управления шторами, к мультимедийной системе, если она с поддержкой КНX. Также к IP-домофону и кондиционерам, то есть ко всем устройствам, которые необходимо автоматизировать. Вот, они будут связаны через шину KNX. Зато это стабильный канал связи. Вот, он всегда будет у вас работать. Можно рассмотреть также пример проекта HDL. Рассмотрим. Значит, вот у нас есть такой небольшой гостиничный номер или там апартаменты. Вот, у него есть слаботочный щит, в котором установлен такой микс-контроллер 48-канальный. И в нем есть, там, к примеру, 24 или 20 каналов реле, 4 канала диммера и там 12 каналов для подключения выключателей. Мы сводим все нагрузки в этот щит, там от света, от карнизов, от отопительной системы. Также используем сенсорные выключатели. Например, вот перед вами тут четырехклавишный выключатель, двухклавишный. Вот к ним прокладывается шина HDL, и команды при нажатии на клавишу выключателя команда отправляется вначале на IP-шлюз, а IP-шлюз уже управляет каналом реле, который должен, или диммером, который должен включить выключатель в ванной, к примеру. Вот. Так, ну, это что касается проводных систем. Так, по беспроводным системам есть несколько вариантов. Есть протокол Zigbee, Notion, Wi-Fi, Z-Wave, Bluetooth. Основные подходящие протоколы для системы умного дома – это радиопротоколы. Мы рассмотрим Z-Wave или Zigbee. Это вот такие основные конкурирующие между собой протоколы управления. Из преимуществ можно отметить установку в готовый интерьер, то, что систему просто настроить, то есть у вас есть веб-интерфейс, есть мобильное приложение, в котором работают простые сцены, если тогда или, к примеру, либо блок сцены, где вы выбираете, там, к примеру, вот у меня есть датчик температуры в комнате, есть у меня вот термостат, который устанавливается на батарею. И в зависимости от датчика температуры у меня поддерживается комфортная температура в комнате. То есть систему достаточно просто настроить. С этим справится даже конечный пользователь, сможет вносить изменения в сценарии, не надо будет постоянно звонить установщику. Технологии беспроводные очень быстро развиваются. Сейчас, к примеру, если взять Zigbee, на Zigbee делают свои устройства многие крупные компании, такие там, например, как Мегафон, МТС, вот и всякие такие гиганты. Но у Zigbee есть свой хаб, который работает только со своей ограниченной линейкой устройств. Вот, то есть, если взять какое-нибудь Zigbee устройство от Мегафона, там оно не будет совместимо с Zigbee от Xiaomi. Из недостатков беспроводных систем можно отметить то, что передача данных по радиоканалу, но передача данных она идет зашифрованная, его у вас никто не взломает.
Но он может иногда плохо доходить до конечных устройств. Из-за этого в беспроводных системах существует такая межсеть. То есть устройства, которые работают от постоянного питания, например, умная лампочка, умная розетка, термостат теплого пола, они все будут расширять сигнал до контроллера. Вот, то есть если у вас контроллер будет стоять там, в коридоре, в щитке, то там до комнаты спальни он будет проходить там, через несколько устройств. Вот. Ну, из беспроводных, из недостатков еще можно отметить то, что не все аспекты умного дома охвачены, но в Z-Wave в последнее время у нас уже есть практически любые решения. Есть там решения по управлению там, через котлами, по управлению через Modbus, интеграция и разные другие, о которых я расскажу. Из недостатков протокола ZigBee можно отметить дальность сигнала, она меньше, чем в Z-Wave. Вот если сравнивать Z-Wave устройство на чипе 700 серии, как, например, наш контроллер, или как контроллер от Fibara, вот вышел недавно новый контроллер Fibara Yubi Home Center Lite, он уже на российской частоте, у него 700-й чип Z-Wave, вот, и дальность сигнала между устройствами гораздо лучше стала. Из ZigBee, как я сказал, основной недостаток – это совместимость, то есть между устройствами разных брендов может не быть совместимости. Вот, и поэтому вам надо строить систему на одном производителе. А это не всегда удобно, поскольку у одного производителя может не быть тех устройств, которые вам нужны для автоматизации. Но зато в ZigBee это доступная цена, монтаж на любой стадии, и также у них есть шифрование. И ну, связь достаточно надежная, и это, по сути, готовый протокол, который вы можете использовать в своем умном доме. Так, из Z-Wave что можно отметить? Z-Wave – это совместимый стандарт с разными производителями. Производителей там очень много. Вот, например, ну вот сверху представлены производители, которыми мы дистрибьюции которых мы в России занимаемся, но также на мировом рынке более 700 производителей Z-Wave устройств, которые будут совместимы с вашей системой. Главное, чтобы она была на одной частоте Z-Wave. Вот. Это как один из недостатков Z-Wave, это странозависимость. Вот. Но что еще из недостатков можно... Ну, как бы это странозависимость, это, по сути, преодоленный недостаток, поскольку, вот, например, в нашем контроллере Raspberry мы можем внутри контроллера поменять частоту, на которой он будет работать. Вот, если вы хотите объединить в своей системе устройства европейские и российские, вы можете взять два контроллера, один будет с российской частотой, другой с европейской, и в одном интерфейсе вы сможете также настраивать и автоматизацию, и сценарии. Вот. Основное преимущество – это монтаж на любой стадии. То есть, вот, например, привод перекрытия воды, у него есть возможность постоянного питания и есть также возможность питания от 4 батареек. Вот. В дежурном режиме при работе от 4 батареек он проработает до 3 лет по заявлению производителя. Так, ну, у устройств Z-Wave, вот, к примеру, у датчиков, вот этот датчик протечки воды, у него, у всех датчиков есть режим сна. То есть устройство почти всегда спит, кроме того момента, когда оно зафиксирует, например, протечку воды. Тогда она проснется и отправит на привод перекрытия команду, чтобы он перекрывал воду. Из-за этого беспроводные датчики работают от одной батарейки, вот там одна батарейка, там 2 или 3 года, вот. А на новом чипе Z-Wave 700 серии
беспроводные датчики будут работать до 5 лет. Но у нас пока такие датчики еще не появились. Еще преимущество Z-Wave – это доступная цена. Вы можете всегда выбрать производителя побюджетнее, либо попремиальнее. И стоимость системы, там, например, если брать однокомнатную, ну, там, даже двухкомнатную квартиру, двух-трехкомнатную, можно за 150 тысяч рублей взять оборудование. Это у вас покроет основные потребности в автоматизации освещения, отопления, системы безопасности и системы контроля доступа. Вот. Ну и монтаж на любой стадии. То есть вы можете, например, вначале сделать на кухне автоматизацию, потом через месяц там в спальне и через полгода в гостиной. Так, ну, в Z-Wave, ну и как вообще, в принципе, в системах умного дома, можно отметить основные понятия – это комфорт, безопасность и энергосбережение. Комфорт, мы привыкли к комфорту, и в умном доме много чего можно упростить для вашей жизни. Например, автоматизация управления освещением. К примеру, можно настроить там режим дневной, вечерний, ночной режим, и при запуске ночного режима у вас там выключается весь свет, закрываются все шторы, там, отопление на минимальный уровень переходит, и включаются, там датчики будут реагировать на движение ночью, чтобы вам делать там небольшую подсветку. Ну, например, там у вас ребенок проснулся, встает с кровати, и ему ночник автоматически включается там на 20% яркости. У датчика движения есть внутри сенсор освещенности, и он в зависимости от времени суток будет включать освещение на нужный уровень яркости, чтобы не ослеплять вам глаза. Вот. Значит, умным домом в комфорте еще можно отметить это дистанционное управление системой. То есть я могу, там, пока еду домой с работы, запустить сценарий «Скоро буду дома». У меня там включится заранее настроенный режим освещение, отопление, положение штор. То есть я приеду в теплое проветренное помещение, и мне будет комфортно. Также это комфорт в автоматизации. То есть чтобы не постоянно не выполнять те действия, домашние действия, которые, ну, там, например, открыть шторы или там включить вытяжку, включить свет где-то. То есть вы, например, заходите в ванную помыться, у вас вытяжка автоматически включится, когда влажность превысится на 5%, 5 или 10%. Вот это достаточно удобно. Можно запускать сценарии по клику. То есть вы собрались в компании там, друзей, нажимаете на кнопку либо физическую кнопку, вот как тут красная кнопка, либо на кнопку в приложении вашем, чтобы у вас автоматически там включилась подсветка, включилась нужная ТВ, и ТВ-программа, закрылись шторы, выключился основной свет. Вот. И вы можете там нажать один раз на сценарий, можете там другой сценарий кино выбрать, чтобы там подсветку другим светом стало. Вот, это очень удобно и комфортно вам будет. Удобство также в автоматизации освещения по датчикам. То есть в какой бы комнате вы ни находились, у вас, ну, обычно это в проходных комнатах ставят, например, в коридоре или при входе в квартиру, или там при входе, или там на лестнице где-нибудь. Вот, вы проходите, свет автоматически включается. Вам не нужно искать выключатель, чтобы его выключить. И у вас на этом будет хорошо экономиться на оплате электроэнергии. Ну вот, к примеру, вы ложитесь спать, вам
Нужно всего лишь нажать одну кнопку «Сценарий сон». То есть у вас включится сигнализация, закроются все шторы, ставни, замки дверные, ворота гаражные. И вы не будете переживать то, что вы что-то забыли выключить. Вот это очень удобно, стоит только попробовать. Также умный дом – это надежная охранная система. Вы можете поставить дом на охрану, у вас в мобильном приложении будет отображаться там состояние камер, будет отображаться, в каком месте было движение, когда. Если в момент вашего отсутствия к вам вторгнется злоумышленник, то сработает сирена, отправится видео на там, ваш смартфон, и на смартфоне сработает сирена, также может вызваться ЧОП. Вот, а пока будет ехать ЧОП, злоумышленник, наверное, уже убежит, поскольку испугается вашей системы. Вот. Так, что еще? Ну вот пока, как я сказал, пока приезжает ЧОП, можно... Мы боимся, то, что человек не успеет, а умный дом может помочь отвлечь злоумышленника. Вот. Но также, уходя из дома, там вы нажимаете мастер-кнопку, у вас выключается все неиспользуемое отопление, в экономный режим переходит и включается сигнализация. Так, ну, вот, вы можете в мобильном приложении, например, там вы ушли из дома, вышли на пробежку, вы в приложении сразу видите, где там, когда было движение, вы можете следить за детьми, когда они пришли с работы, вот, и вы будете всегда спокойны и безопасны за свое жилье. Так, вот тут, кстати, есть вопрос, можно ли заглушить радиоканал. Вообще у нас таких случаев не возникало, поэтому я думаю, что нет, потому что Z-Wave, он работает на выделенной частоте 869 МГц в России. Вот, он не пересекается со всякими 433 и другими частотами. Так, также в умном доме удобно организовывать доступ для доверенных лиц, например, для клининга, для няни, там, для сервиса выгула собак. А у нас вот есть умный замок, вот такой вот, к примеру, ну, либо любой другой из умных замков. Мы можем настроить там, тому, кто хочет прийти к нам, например, няне, дать временный доступ или постоянный. Например, я могу дать доступ, чтобы в понедельник, среду и пятницу она могла приходить там, с 3 до 5 часов. Когда она зайдет в дом, мне придет уведомление, то, что вот пришла няня. Я сразу открою камеру, проверю, то, что действительно она пришла, и буду спокоен. Поэтому я могу поручить свои дела, домашние дела, в мое отсутствие и ни о чем не переживать. Так, ну вот, про сценарии комфорта еще можно дополнить. Вы когда, к примеру, возвращаетесь домой, можете включить сценарий «Скоро буду дома». И у вас настроится микроклимат так, как вам это нужно. В зависимости от показаний влажности, температуры и качества воздуха. Вот это будет удобно, вы придете домой, и вас ничего не будет беспокоить. Дальше, значит, ну, это вот простая автоматизация в умном доме, что можно сделать. К примеру, вы открываете окно, у вас в этот момент отключается батарея. Или если это лето, открываешь окно, выключается кондиционер. Потом закрываешь окно, он обратно включается. Если у вас, например, режим расписания выставлен. Если режима расписания нет, то вы закрываете окно, он дальше уже не включится. Вот. Ну, систему можно по-разному настраивать.
Вот. Можно также сделать автоматизацию влажности, то есть датчик влажности. Ну, можно ставить в комнате, можно ставить в санузле. В комнате можно поддерживать, например, уровень влажности. Сколько? Ну, 30% где-то. Вот, например, на нашем термостате сейчас влажность 33%. То есть качество воздуха у вас будет хорошее. Также можно использовать в качестве приточной вентиляции проветриватели Тион 4S. Раньше была модель Тион 3S, вот сейчас самая новая модель 4S, она работает бесшумно, вы можете спать с включенным режимом вентиляции, можете использовать датчик качества воздуха. У Z-Wave есть несколько вариантов по датчикам качества воздуха. Также проветриватель Тион, он интегрируется в умный дом Z-Wave. Как раз это наша разработка, мы разработали для Тион такой USB-модуль, вы его подключаете в блок Тиона, и он у вас поддерживается умным домом Фибара или при помощи других Z-Wave контроллеров. То есть система очистки воздуха вообще в мегаполисах очень важна. Вы можете, ну, у Тиона там у него 5 фильтров, там нейрофильтр, префильтр, угольный фильтр, фильтр от пыли, от бактерий. Вот, там есть режим рекуперации. Вы можете, значит, ну, например, если у вас в семье кто-то там болеет гриппом или коронавирусом, вы можете включить режим рекуперации и, в общем, помещение от микробов, убирать микробы. Так, ну, в умном доме удобно управлять отоплением. То есть мы, например, зимой замерзли, гуляем с детьми, хотим, чтобы в комнате было пожарче, чем текущий сценарий настройки. Например, в заданное время температура 23 градуса, мы можем поставить на 26 градусов, чтобы согреться, и примерно за полчаса, там, может быть, час, помещение в этот уровень будет по температуре. Да, техническая часть у вас есть, сейчас она будет. Это также удобная мультимедийная система. В умном доме Фибара есть интеграция с различными мультирум-производителями, такими как Denon, например. Могу прислать ссылку на совместимых производителей. Вот. Вы можете настроить, к примеру, по датчику движения, чтобы включалась музыка, когда заходите в ванну. Либо можете от выключателя Z-Wave включить там ту или иную песню, там, или запустить сценарий. Например, сценарий диска запускаем, у вас закрываются все шторы, выключается свет, включается подсветка и ваш любимый плейлист на Spotify, к примеру. Вот. Ну вот как это тут работает. Дальше, ну, про домашний кинотеатр я, в принципе, рассказал. Можно включить сценарий домашний кинотеатр, и, ну, умный дом он совместим с Яндексом. Можно на умной колонке в приложении Яндекс настроить режим, там, например, Алиса, домашний кинотеатр, и у вас там сразу настроится дом под просмотр. Также и с режимом вечеринки. Так, ну, дальше, ну, про режим вечеринки, в принципе, так же, как режим домашнего кинотеатра, это работает. Чем вообще, так, дальше у нас следующий раздел, чем вообще хорош Z-Wave? В Z-Wave более 700 производителей на мировом рынке. В России у нас где-то около 40 брендов под нашей дистрибьюцией. Z-Wave хорош своим дизайном,
Вот, например, датчик протечки воды, один из самых красивых на рынке, он устанавливается на пол вот, или вместо возможной протечки воды. У него есть встроенный там, датчик температуры. Вот. Z-Wave хорош тем, что можно выбрать, какую систему мы используем, либо стандартную, либо премиальную. В стандартной системе у нас суммарно по стоимости оборудования на 150 тысяч это выйдет. Управление всем светом в доме, управление розетками и управление отоплением. Плюс там будет умный замок. Вот. Настройка умного дома на Z-Wave такого будет где-то около 80 тысяч. Если взять премиальную систему, где мы там подключим уже там, котлы, управление отоплением через коллекторный шкаф, управление кондиционерами, которые можно реализовать, к примеру, там, с интеграцией в Modbus. Ну вот сейчас покажу пример одного проекта на Z-Wave. В него можно, ну, проект на Z-Wave можно сделать в отремонтированном полностью объекте, даже если у вас под выключателем нет, ну, если у вас уже все выключатели установлены, сделана проводка, мы можем под выключатель установить небольшого размера реле, оно как, где-то как спичечный коробок, толщиной 20 мм, и настроить автоматизацию. Вот. Z-Wave покрывает в основном все основные функции умного дома. То есть это управление светом, вентиляцией, температурой, камерами, видеонаблюдением, IP-домофонией. Это можно все в один интерфейс добавить. Вот. Если, ну вот рассмотрим, например, пример проекта на Z-Wave. Это один из наших недавних проектов в Санкт-Петербурге. Тут есть несколько щитов автоматизации. Это вот слева щит на цокольном этаже, а справа щит на первом этаже, есть еще щит на втором этаже. А тут установлены модули ввода-вывода, которым сведены все нагрузки. То есть заказчик решил сделать из проводной системы, из беспроводной системы такую, можно сказать, проводную, где все нагрузки вывел в этот щиток, подключил к нему выключателя, и это управляется через систему умного дома на Фибара. Вот тут у нас снизу на щитке видно контроллер Z-Wave. Тут используются два контроллера. Вот. В качестве термостатов для управления отоплением используется Hiltun термостат теплого пола, вот как у нас на стенде. Вот. И в каждой комнате установлен свой настенный термостат, он управляет своими контурами отопления. А контуры, то есть, контуры отопления, там есть шкаф коллекторный, в котором, например, там 20 гребенок. Все эти 20 гребенок сведены к реле, которыми ими управляют. В самих термостатах Hiltun, там внутри реле на 16 ампер. Вот. И по показанию датчика температуры воздуха и датчика температуры пола там создается сценарий, который регулирует отопление. Это радиаторы и теплые полы. Вот. Также в этом термостате есть семидневное расписание, которым удобно пользоваться. Вот, как, к примеру, выполнена система защиты от протечек воды на Z-Wave. Тут используются приводы перекрытия Нептун. Вот, они подключены к каналам реле от блока ввода-вывода. И в случае, там установлены вот такие как раз датчики протечки воды Фибара. Если на какой-то один датчик протечки попадает вода, то соответствующий контур перекрывается.
Также есть отдельный режим для уборки. То есть, если включается режим уборки, то при попадании воды на датчик протечки система не перекроет воду. Так выглядит интерфейс мобильного приложения. То есть, используется приложение Fibara, в котором выведен, ну, есть различные комнаты, можно зайти в каждую комнату, управлять там освещением. Всего на объекте было где-то около 70 групп света. Вот. Почему заказчик, вот тут кто-то писал в комментариях, так, в комментариях писали про то, что здоровый щит, как в проводных системах, но вы можете обойтись совсем без щита автоматизации, установив все модули в подрозетнике. Вот. А Modbus тут интегрирован через модуль от наших партнеров компании Nivoton. Вот. Он управляет термостатами, которые работают по протоколу Modbus. Вот. Так, какие еще были вопросы? Про Modbus я пришлю чуть позже ссылку на это устройство. Вот. Дальше возможности по интеграции. Умный дом на Z-Wave работает. Ну, если, например, рассматривать контроллер от Fibara, вот, у него есть интеграция с HomeKit, с Алисой, с Alexa, с Google Assistant. Вот, мы можем использовать любой интерфейс. Ну, интерфейс Fibara он сам по себе достаточно симпатичный. Можно также сделать интерфейс на Iridium Mobile. Управлять через Siri достаточно удобно, можно любую голосовую команду сказать на устройстве Apple, хоть на iPhone, хоть на умной колонке, хоть на часах, вот, и либо управлять через, голосом через Яндекс. В Яндексе можно дополнительные музыкальные сценарии разные сделать и использовать устройства других производителей. Ну, например, можно объединить Z-Wave и ZigBee систему вот, через умный дом Apple или Яндекса. Вот, в Алисе там удобно разные голосовые сценарии запускать, например, открой шторы на 10 минут или там выключи весь свет, кроме гостиной. Вот, вы можете настроить там хоть сотню разных сценариев, которые упростят вам жизнь. Вот. Ну, к примеру, вот какие еще есть примеры сценариев, которые управляются через наш умный дом на контроллере Raspberry. Вот, можно, там, например, у вас светодиодные подсветки есть, вы можете сказать цвет настроения синий, вот, и весь дом станет синим. Можно сделать, попросить свет в какой-то комнате сделать синим. Вот, можно включить кондиционер, пока вы едете с работы. Вот, также по настройке Apple HomeKit, значит, через интерфейс, ну, если, например, рассматривать систему на Z-Wave контроллере Raspberry, мы добавляем там устройство термостаты, умный замок, датчики различные, кондиционеры и другие устройства в интерфейс контроллера, и они сразу переходят в интерфейс Apple HomeKit. Вот, тут мы можем создать сцены, можем создать автоматизацию, можем добавить камеру, можем добавить домофон. Вот, вы можете в приложении «Дом» можно безопасно управлять аксессуарами, можно добавлять аксессуары HomeKit, можно добавлять аксессуары Z-Wave контроллера, включать музыку, управлять телевизором. Вот, и там, ну вот, например, тут сверху приложение есть, там, например, у меня написано «Свет включен», вот, я могу нажать на эту иконку и выключить сразу весь свет. Вот, там даже не нужно создавать сценарий.
Это как бы виджет, который автоматическая система создает. Также мы можем там нажать на датчики отопления, он покажет все отопительные устройства. Вот, они тут удобно группируются. Вот, про совместимые аксессуары я сказал то, что можно, ну, можно выбрать много устройств, которые будут в одной экосистеме работать. Вот. И производителей с поддержкой HomeKit становится все больше. Так, какие тут можно сценарии настроить? Можно настроить сценарии по геопозиции. Например, когда последний человек уходит из дома, то выключается отопление, на минимальный режим включается. Вот. Или там, когда кто-то первый приходит домой. Ну, например, у меня сделан дома сценарий с теплым полом. Когда я там подъезжаю к моей станции метро, возвращаясь с работы, теплый пол включается, вот, и я там за 20 минут от метро дохожу до дома, и у меня уже теплый пол теплый. Вот. Также есть сценарии по действию или по времени. Сценарии по действию... Это там самое простейшее, там, по датчику движения включить свет, или по датчику влажности включить вытяжку, по датчику CO2 управлять приточной вентиляцией. Датчики перебрасывают, так вот вопрос по датчикам, они перебрасываются в голосовые помощники, ну, например, в Siri перебрасываются, да, там можно видеть состояние всех датчиков. А в умный дом Яндекса они пока не перебрасываются. То есть я за твой датчик движения я в Яндекс не смогу добавить. Вот. Ну, они, в принципе, не сильно нужны, наверное. Ну, хотя это было бы удобно, если бы я спросил, какая у меня влажность дома. Вот. Но у Siri это можно спросить. Вот. По поводу интерфейса Z-Wave.me, мы сейчас над ним работаем, улучшаем его. Если интерфейс нашего контроллера не очень подходит, можно брать решение от Iridium Mobile. У нас есть нативный драйвер для Iridium. То есть вы можете кастомизировать интерфейс под вашего заказчика, используя наш контроллер или USB-стик. Вот, в HomeKit удобно запускать сценарии. То есть одним словом или жестом можно, например, сценарий «Ухожу из дома» может одновременно погасить весь свет, закрыть двери, выключить отопление, и он, ну, ими будет удобно пользоваться. Там сценарики на вечер включат ТВ, опустят шторы, включат приглушенный свет вам. Вот. Чем же хороший Z-Wave для инсталлятора? Так, ну, про Iridium я немножко расскажу сегодня. Вот вначале про... Для инсталлятора это у Z-Wave есть всегда обратная связь. То есть если датчик движения или протечки воды, или там датчик присутствия, он, если он сработал, то на контроллере всегда видно, когда, в какое время он сработал. Если сигнал не дошел до контроллера, то это тоже будет видно. Вот. У всех устройств есть шифрование, и система, она на самом деле проста, но не все пользователи смогут ее настроить. Возможно, они смогут выполнить только какие-то базовые действия. Вот. Из простого это там можно добавить устройство в сеть контроллера, там устройство по освещению, по отоплению, кондиционированию. Вот. Их, в принципе, несложно настроить. Главное – суметь подключить к системе. И то, что посложнее, это интегрировать систему мультимедиа, другие протоколы, приточную вентиляцию, управление котлами, видеонаблюдением. Вот. Но у
системы Z-Wave, есть все средства для, для интеграции. Вот. Можно также там счетчики, показания холодной и горячей воды, и теплосчетчики, и счетчики электроэнергии Меркурия интегрировать, чтобы у вас в умном доме все показывалось. Вот, к примеру, привод перекрытия воды, у него встроены контакты для подключения счетчиков импульсных холодной и горячей воды. То есть вы можете поставить такой шаровый электропривод, он у вас будет и воду перекрывать, к нему и датчик протечки подключается проводной и считывает показания счетчиков. Вот. Как вообще работает умный дом на Z-Wave? Есть центральный контроллер и есть конечные исполнительные устройства и датчики, которые связываются по беспроводной сети Z-Wave. Вот, ну, к примеру, вот у нас контроллер Home Center, тут у нас в правом верхнем углу датчики, снизу у нас исполнительное устройство. Если какое-то исполнительное устройство, если какой-то датчик сработал, то команда может отправиться либо напрямую на исполнительное устройство, то есть реле или диммер, либо вначале на контроллер, а потом контроллер отдает сценарий на запуск исполнительного устройства. Так, ну, какая роль контроллера? Контроллер – это он отвечает за интерфейс мобильного приложения, он отвечает за хранение таблиц маршрутов, он отвечает за добавление и исключение устройства сети Z-Wave и пользовательские настройки. То есть пользователь может всегда зайти, там, поменять, например, расписание работы того или иного устройства и всегда этим пользоваться. Так, вот вопрос про управление с Apple HomeKit. Вопрос с заменой пользователя телефона iPhone на новый. Если у вас будет та же учетная запись iCloud, то у вас ваши настройки Apple HomeKit сохранятся. Вот. Это либо вы можете там приглашать дополнительных пользователей, там в HomeKit есть там вкладка настройки и приглашение пользователя. Вот, вы можете ему дать доступ ко всему вашему умному дому. Вот, так, ну, рассмотрим еще контроллеры от Fibara. Вот в этом году появились новые контроллеры Home Center 3 и Home Center Lite, которые называются на самом деле Yubi Home. Yubi Home бюджетная версия стоит 16 тысяч, а Home Center 3 стоит 65 тысяч. Чем они вообще в принципе отличаются, какой контроллер лучше выбрать для своей квартиры или дома? Ну, если у вас в доме будет не более 30-50 устройств, и вам не нужно там подключать IP-камеры, IP-домофон, то есть у вас там, например, небольшая квартира, в которой вы хотите сделать автоматизацию отопления, освещения, кондиционирования, то можно взять вот Yubi Home контроллер за 16 тысяч. А если вам нужно интегрировать домофон, мультирум, добавить там десяток камер в приложение и просматривать все это в одном интерфейсе, если вам нужно программировать сцены, можно там сделать всякие цикличные сцены, например, чтобы там какой-то порядок действий устройств совершался циклично, и всякие разные там настройки, у вас больше там сотни устройств, то вам нужен определенно Home Center 3 контроллер. У Home Center 3 по сравнению с Home Center 2 увеличена дальность действия сети Z-Wave. Это до 150 метров по сравнению со 100 метрами предыдущей модели. Также
Fibaro достаточно безопасная система. У них есть такой сервис Fibaro ID для авторизации. Там у них все ключи, пароли зашифрованные, есть защита от системных данных. Система, ну, данные пользователей все зашифрованы. И если вы используете умный дом от Fibaro, вы должны быть спокойны, что ваши данные никуда не уйдут. Вот. Работает система всегда, то есть хоть есть у вас интернет, хоть интернета нет, она будет функционировать. Вы можете только в локальной сети своей работать, можете не использовать соединение через облако Fibaro совсем, пробросить там VPN-доступ, вот, и локально управлять системой извне. По функционалу Home Center 3 это, у него есть система геолокации. Это очень удобное средство для автоматизации. То есть вы выбираете там, ну, у Fibaro есть там блок сцены. Вы выбираете, например, там одного пользователя. Ну, например, у вас там в доме 10 пользователей. Вы можете там по геолокации каждого пользователя настроить тот или иной сценарий. Например, у вас, если жена приезжает домой, вы можете настроить, там, чтобы вам уведомление присылалось и там запускался определенный сценарий уборки, например. Вот. У него есть программирование на Lua, уведомления, ну, уведомления и в Yubi Home Center есть, и смс-оповещения есть. Основное удобство – это функциональный веб-интерфейс и мобильное приложение. Так, ну, сейчас покажу, как выглядит мобильное приложение от Fibaro. Так, значит, что тут еще можно сказать? И у Fibaro большое количество плагинов. Вот, например, там рассмотрим даже систему кондиционирования. Если вам не подходит управление по инфракрасному каналу, вот это такой датчик с ИК приемопередатчиком от производителя Filio. Вот. Мы можем управлять любыми кондиционерами по ИК, но у нас не будет обратной связи от пульта. Так вот, мы можем взять решение от производителя Call Automation, оно совместимо с Fibaro, и будем с обратной связью управлять системой кондиционирования. Вот. Ну и у Fibaro вообще там более сотни плагинов под разные системы и разных производителей, под видеонаблюдение, видеодомофонию, там роботы-пылесосы разные, мультирум-системы. Вот, так, у Fibaro в новом контроллере Z-Wave чип 500 серии есть у него чип RF-433 для управления автоматикой NICE и еще некоторых систем. То есть мы можем напрямую без дополнительных устройств добавлять там ворота, шлагбаумы, там, роль шторы, электрокарнизы от NICE. Также у него есть ZigBee чип внутри, но он пока программно не реализован, он только там аппаратно присутствует. Вот. Ну, также у контроллера Fibaro появился Wi-Fi. В предыдущей модели можно было подключить его только проводом, а теперь можно подключить как и по Wi-Fi, и он свой Wi-Fi раздает. Вот. И про новый контроллер от Yubi, это Yubi Home Center. Значит, он на 700-м чипе Z-Wave, самом новом. У него есть поддержка тоже программирования на Lua. Мы можем где-то до 20 сцен запрограммировать. Раньше у Home Center Lite были только магические и блок сцены. Вот, у Yubi Home появились программирование Lua. Значит, он тоже может добавить до 40 устройств, может добавить до 40 устройств Z-Wave и 40 устройств NICE, и
у него такое же приложение, как у Home Center 3. Также, если у вас, например, большой объект, вот как на примере проекта, который я вам показывал, вы можете поставить основной контроллер на первом этаже, а на втором этаже вторичный контроллер. И соединив их по одной локальной сети, каждый контроллер будет управлять своим количеством устройств. То есть таким образом мы избегаем лишних помех и лишнего, там, например, железобетонных перекрытий. Вот, и качество сигнала будет отличное у вас. Так, он, получается, Yubi Home, он управляет всеми устройствами, исполнительными и датчиками, обрабатывает там команды. У него есть интеграция по 4.3.3 с NICE, Opera и вот другими системами. Можно к нему добавить одну всего лишь видеокамеру IP, вот, чтобы он там не перегружал систему. Но это так рекомендует производитель. На самом деле, может быть, им больше камер можно добавить. Мы пока только одну смотрели. Вот. Это как выглядит интерфейс контроллера Fibara Home Center. Как я уже сказал, у Yubi Home и Home Center 3 интерфейс одинаковые. Мы можем добавлять различные устройства, создавать комнаты, создавать сценарии. Вот. Тут у нас, например, в интерфейсе добавлен блок управления, вот этот вот Danfoss Hydronic Controller. Он у нас управляет сервоприводами, которые на гребенках установлены 12-24 вольт. То есть также в нем есть каналы для подключения котла. И вот эта конкретная модель пятиканальная. Тут у нас вот есть 5 каналов HVAC System называется, которые могут в зависимости от показаний датчиков температуры в комнатах и регулировать теплые полы. Вот. Так настраиваются сцены Fibara. То есть мы тут можно выбрать либо блок-сцену, либо сцену на Lua. Если рассматривать блок-сцены, вот, ну, я тут показал, как строится зависимость температурного датчика от конкретного канала исполнительного устройства. То есть у нас вот это пятиканальное устройство. Для того, чтобы мне настроить систему, мне нужно, по сути, сделать 5 разных сценариев. То есть вот в первом сценарии я привязываю показания датчика температуры там, в спальне с первым каналом гидроник контроллера. Вот. Если температура меньше 23 градусов, то у нас запускается режим если температура равна 23 градусов, то там открывается первый сервопривод. Вот. Так, ну вот как выглядит у нас интерфейс мобильного приложения. То есть это приложение Yubi Home называется. Вы можете скачать его из App Store или Play Market, посмотреть, там есть демо-режим, как удобно им пользоваться. Вот. Также, если кому-то интересно потестировать функционал приложения, мы можем вам создать отдельный доступ на вашу почту и прислать вам логин с паролем. Вы попробуете понастраивать устройство самостоятельно. Если будут какие-то вопросы, можем вам подсказать, как то или иное действие настроить. Для этого можете после вебинара с нами связаться. Так, вот тут еще задают вопрос. Если у нас есть два контроллера Z-Wave, Home Center 3 и Home Center Yubi, или Home Center Lite, они, конечно, связаны
все устройства друг с другом. Устройства во вторичном контроллере, они будут все видны в первичном контроллере, и можно строить общие сцены. Главное, там, их желательно объединить в единую локальную сеть. Так, также был вопрос ZigBee, по поддержке ZigBee устройств. Контроллер Fibara, пока не реализована поддержка ZigBee устройств, но в дальнейших обновлениях системы они должны добавить некоторых производителей. Так, какой еще был вопрос? Так. Так, ну вроде пока. При работе офлайн, когда дома нет интернета, голосовой помощник, смотря какой у вас, будет работать. Если помощник Яндекса, то не будет работать. Если Siri, то будет работать. Siri, она в своей Wi-Fi, ну, в локальной Wi-Fi сети может общаться с устройствами, не выходя в интернет. USB-стик на 700-м чипе Z-Wave выйдет, скорее всего, только после Нового года. Вот. Сейчас у нас пока в производстве другие устройства. Вот как с ними закончим, будем Z-Wave-стик 700-й делать. Вот. Так, ну вот как выглядит мобильное приложение. Это вот... Я недавно делал интерфейс. Это вот как раз приложение Fibara. Тут можно, ну, там, разные комнаты сделать, сценарии. Сверху показываются, вот там, где любимые устройства написаны, там показываются те устройства, которыми вы чаще всего пользуетесь. Вот. Также тут и любимые сцены показаны. Вот можно там ночной режим включить. Вот. Так, что еще? Так, вот тут кто-то писал про проектный HDL. Добавили Iridium Mobile сервер и визуализацию. Угу. Алиса. Так, ну... Вообще, на самом деле, решение от нескольких поставщиков удобно использовать. Вот. Вам надо скорее... Если вы через Iridium Mobile настраивали управление через Алису, вам надо к ним в техподдержку обратиться, что там у вас не получилось. Но в нашем умном доме, если брать на контроллере Z-Wave, про который я расскажу на следующем нашем вебинаре, на следующей неделе. Там устройства достаточно просто добавляются. Вот. Вы, кстати, можете попробовать там выбрать Z-Wave Me в списке устройств Яндекса. Вот, и тогда добавится Z-Wave устройство. Юби это как бы там вот компания, ну это можно сказать небольшой ребрендинг Fibara. Fibara вообще к компании Nice, ну владеет компанией Nice Fibara, а Юби вот ребрендировали контроллер, вот и вот такой есть контроллер Юби Home. Не думаю, что это подразделение. Вот. Так, ну, также в следующем вебинаре я буду рассказывать конкретно про устройство Z-Wave, там будет больше технической информации. Сегодня у нас такой вводный вебинар был. Так, вот еще вопрос. Замок. Пин-код в умном замке Denalog, он берется под крышкой замка. Вот вам нужно тут снять крышку.
Вот. И там под крышкой есть такой код, он подчеркнут. Вот. Вам надо его в приложение ввести. Только сперва надо исключить устройство, а потом добавить остальное. Вот. Также на следующей неделе я расскажу про устройства, которые мы производим, про их технические характеристики. Вот это, например, привод для перекрытия воды Z-Wave Me. Вот. Он устанавливается на ручку, и им удобно, его удобно устанавливать, если вы не хотите, например, сантехников вызывать. Он прямо на ручку фиксируется, и тут еще с другой стороны такой крепеж есть. Вот он ставится, вот, и там перекрывается ручка. Тут можно механически перекрыть. А на розетках обычно под розеткой пин-код. Но вы можете, вам не обязательно устройство с пин-кодом добавлять, а вы можете сделать добавление, там шифрование S0 выбрать, тогда пин-код будет автоматически системой подобран. Так, что еще? Ну, также могу рассказать про наши акции, которые при акции там со скидками на оборудование, они приурочены к нашим праздникам предстоящим. Вот, можно на сайте 5smart.ru зайти в раздел акции и посмотреть себе устройство со скидкой, например, датчик движения, или реле, или контроллер умного дома. Вот, если вы собираетесь заняться автоматизацией, то вот как раз можете посмотреть что-нибудь интересное на сайте с хорошими скидками. Вот. А так, в принципе, я вводную часть все рассказал. Если у вас есть еще какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Запись вебинара будет. Я сейчас запись остановлю и разошлю вам всем.